Что, ее завести мне можно? Да, конечно. Она заводится, ездит, да? Да, она твоя. Она полностью в рабочем состоянии. Все правда? Да. А как? Куда? Вниз. Да. Вау. Ё-твою налево. Купешка. Купешка. Мини-купер. Да. Как я мечтала. Да. Не, я все понимаю. На машине с двумя педалями я ездила, с тремя тоже. Но когда, блядь, нет педалей, я никогда не ездила на машине, когда нет педалей. Давай заводи. Это же так круто. Куда нажимать? А смотри. Вот это смотри. Да. Это же подрулевые лепестки, как в самой модной машине. Как у спорткара, конечно. Спорткар. Да. Да, вон. Запускай. Давай. Где? Ключ зажигания, вон он. Где? Вон он, вон он. Я такой мелкий. Да. Куда? А зачем варежки снимаешь? Ну, да. поворачивай. Чик. Вот. Теперь здесь есть кнопка старт-стоп, как да на самом до модного автомобиля, конечно. Да не педали. Вот лежит. Она. Вот она. Вот это. Да, да, да. Кнопка. Да, кнопка. И она запустит. Да. Твою мать! Дальше? Ну все, надо дальше учиться. Управлять под рулевыми лепестками, конечно. А, ими управляют, да? Да. Сигнал! Где сигнал? Пока нет. Пока нет. Фа-фа! Пока нету. Будет, да? Да.